Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а также компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а также рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить, там и покупать себе, и записывать, рассказывать вам об этих колонках, также на Авито и на Юле можно рассказывать. Также GoldDTA, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать магазинные чайные листья, а потом сажать. И покупать за эти 200 этих пугалов и 200 эти, и 30 тысяч собак покупать. Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня. Ты даже можешь собирать и продавать листики и получать на эти... На эти золото и монеты можно получать даже. Золото, вот эти. А если что-то не будет хватать, то значит пополняйте там на счета Яндекса, Киви и другие платежные системы можно пополнять. Также можно выводить оттуда деньги из этой, из игры и получать заработанные деньги. И все. Также можешь получать ежедневный бонус в этой игре Golden Mines. Можешь получать и за гномов жди, а также можешь пополнять для покупок этих гномов. Покупайте гномы. Гном малыша покупайте. За 21 штуки покупайте. А студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40 штуки, а бывалый покупайте 400 штуки, а профит покупайте на 60 штуки. Так и будут больше, много приносить вам доход и больше много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать. Давайте мы приступим к просмотру к этому видео. Хала-бала, вы у нас... На канале Данил вы уже часто просили игры снимать Team Player Room. Прохождение этой игры, там, побег из храма, называется. И просили еще Свен снимать самый мощный. Но тут в видео там подавался в комментарии, написал про эту покупку этот человек. Уже нескольких 42 лайков за комментарий. 42 лайков за такую комментарий даже из-за не понравившейся десятка. Так, переходим коротко от товара. О товаре Genius представляет компактные колонки Genius модель SPC-105, созданы специально для настольных компьютеров. Они отлично смотрятся на рабочем столе в сочетании с ЖК-мониторами для удобства использования выключателя питания и регулятор громкости, введенный на переднюю панель. А декоративное текстильное покрытие защитной динамики от пыли. Полная выходная мощность 1 Вт РМС. Компактные колонки отлично сочетаются с ЖК-мониторами. Органы управления введены на переднюю панель. Динамика закрывает декоративное текстильное покрытие. Человек то, что написал. Уважаемые покупатели, не берите данные колонки. Купил и пожалел. Завтра уже не понесу их обратно. У меня реально телефон громче кричит. Не говоря уже о ноутбуке. Данные колонки покупались к компьютеру для просмотра фильма Тише колонок, я еще не слышал, переплачивал рублей 100-200, как говорится, скупо платит дважды. Характеристика и описание там. Характеристику зашел сейчас. Гарантия 3 года, страна Китай, серия Вайсик.
тип колонок активный. Фронтально-акустические системы. Размер фронтальный АК ВШГ. В 60 см, 7 см, Г 7 см. Мощность фронтальных АЦ 2,05 ВТ. Частный диапазон фронтальных АЦ 100 ГЦ и 20 ГЦ. Количество полос фронтальных АЦ 1. Акустик оформленных фронтальных АЦ закрытая. Материал корпуса фронтальных АЦ колопластик. Цвет фронтальных АЦ черный. Вес фронтальных АЦ 0,21 килограмм. Управление типа управление механической. Регулятор громкости, да. Индикация включена, да. Питание от сети 220 вольт, да. Интерфейс несъемный кабельный JATSC 3.5.1. Длины несъемного кабеля 1.1 мм. Комплектация. Блок питания в строении. Резиновые ножики в комплекте. Там, да. Так. Вы можете купить колонки компьютерной Genius SP-105 Blatsk в магазинах M-Video по доступным ценам. Колонки компьютерной Genius SP-105 Blatsk. Описание, фото, характеристика, отзывы покупателей, инструкторы и аксессуары. По-моему, товара с продажи нет. Вот видите, там все есть картинки. Так, это коробка от колонок компьютерных. Красивый и качественный и внешний вид у колонок. Там есть вот с правым углу повер выключателя, а в левом углу регулятор громкости. Хорошие аудиофиолевские полоночки. Бас упруга и допросита верхи. Просто сказка. Главное правильное их расположить. Относительно слушайте слушателя. И они заиграя, то по-настоящему. Ну и прогореть, конечно, как и следует, на это уйдет не менее недели цена, да, дороговато. Но за такую систему не жалко. Чуть не забыл, если будете покупать их, то позаботьтесь и о хорошем звуковой карте. Звуковой карте. Встроенный звук их не прокачет. А с вами, как я и был, я, Данила. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И всем конской удачи. И, да, забыл сказать, и в соцсетях делитесь с друзьями этих в соцсетях. Там, Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук или что там вообще. Да, письмо какое-то там, Телеграм называется, то же самое, отправляйте, друзья. Всем конской удачи и санаро!